Одна из самых охраняемых британской столицы – Дипмисси. Десятки камер на фасаде, но еще больше, как выяснилось, внутри. Ведь за 7 лет, которые Джулиан Ассанж провел в посольстве Эквадора, за попросившим политического убежища гостем следили сразу 3 специально нанятых охранных предприятия. Сотрудники одного из них и передали конфиденциальные записи в прессу. World-class hackers and Russians tied to the Kremlin. Так в эфире CNN появились псевдоэксклюзивные подробности о вмешательстве Ассанжа в американские выборы. Оказывается, он попросил провести себе скоростную интернет и телефонную связь, получал посылки и даже принимал гостей. Вот этого мужчину авторы расследования представили как хакера, который мог бы предоставить WikiLeaks украденные с сервера американских демократов документы. А вот этот человек, по версии CNN, и вовсе не больше, не меньше отвечал за связи Ассанжа с Кремлем. Николай Богачихин, глава лондонского бюро, телеканал RT. С Ассанжем мы встречались много раз, начиная с 2012 года, когда у него выходила программа на нашем канале, который получил несколько международных премий. И вот спустя много лет вышел этот материал на CNN, в котором совершенно нет новостей, а говорится примерно следующее, что Ассанж сидел в посольстве, и к нему ходили разные люди. А подозрение в глазах CNN, видимо, вызывает тот факт, что я русский. Выпуски программы, которую Джулиан Ассанж вел на RT, коллеги с CNN все-таки посмотрели. Более того, фрагменты использовали для своего так называемого эксклюзива, а значит, не могли не знать, что мужчина, которого они назвали передававшим Ассанжу информацию хакером, был героем одного из выпусков, и в посольство, к не имевшему возможности покинуть здание основателю WikiLeaks, приезжал для съемок. Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем только что дал телеканал «Мы роемся» в помойках в поисках русского следа CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа о том, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогой ЦРУ, я вам больше скажу, в посольство к Ассанжу ходил не только мой зам, я сама ходила. Появляться у здания посольства Эквадора в Лондоне и сейчас небезопасно, особенно с российским паспортом. С тех пор, как официальный кита выдал Джулиана Ассанжа британскому правосудию, здание больше не осаждают журналисты. Репортеры не дежурят круглосуточно у того самого, ставшего знаменитым балкона. Но вот появление российской телекамеры у здания было зафиксировано мгновенно. Полиция проверяет документы и живо интересуется, что именно мы собираемся снимать. Самого Ассанжа здесь давно нет, на всякий случай уточняют полицейские. 4-й месяц он содержится в тюрьме Белмарш. Накануне замглавы форин-офиса встретился с коллегой из Эквадора и заявил, что в стране, где применяется смертная казнь, основатели WikiLeaks договорились не выдавать. Но в США, согласно предъявленным обвинениям, Джулиану Ассанжу грозит лишь заключение 175 лет в совокупности, если, конечно, на экстрадиции сумеют настоять. В такой ситуации для информационного давления на Лондон все средства хороши, даже расследование в стиле «highly likely».